У 2023 годзе ў рубрыцы пра адмет месяца супрацоўнікі знаёмілі сваіх віртуальных наведвальнікаў з 12 самымі цікавымі экспанатамі, якія паступілі ў музейны фонд. Сёлета новы фармат выставы знаёміць наведвальнікаў будуць з мінулагоднімі паступленнямі. Предметы из самых разных коллекций пополняют наше собрание, поэтому здесь можно увидеть и предметы палеонтологии, и фарфоровую посуду, и современную живопись. И для меня это, знаете, как своего рода открытые фонды, открытое хранение, да, где мы можем показать все разнообразие тех предметов, которые поступают в наше собрание. За минулый год фонд музея Гомельского палацово-паркового ансамбля стал богатейший амаль на 700 предметов. На выставе представлены фарфоровые статуэтки немецких фабрик, узоры ткацтва и вышивки, редкие друкованные выдания. Наведать экспозицию можно будет до середины красовика.